смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий уходящих 7 дней мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Святыни и сокровища Гомельской земли. В регионе обсуждали вопросы сохранения историко-культурного наследия. Снова в школу. Комиссии проверяют готовность учреждений образования к новому учебному году. Как продлить молодость? О тонкостях эстетической медицины актуальное интервью с хирургом Леонидом Рубановым. Пижама-шоу в прямом эфире. Радиостанция «Гомель-ФМ» отметила 17-й день рождения. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. На этой неделе в Жидковичском районе обсуждали вопросы сохранения и развития историко-культурного наследия. Музей природы Национального парка Припятский, Замковая гора, Кафедральный собор, Борисоглебское кладбище. Председатели советов депутатов базового уровня посетили ряд знаковых объектов и обменялись опытом, накопленным в регионах. Наши корреспонденты ознакомились с мнением участников выездного семинара. Знакомство с древним Туровым председатели Совета депутатов базового уровня начинают с эколого-просветительского центра. Открывшийся в середине 90-х как музей природы, сегодня он оказывает весь комплекс туристических услуг – от проживания до организации экскурсий. В Турове такой подход считают наиболее эффективным. Современный турист привык к комфорту, и по-другому привлечь его именно сюда будет намного сложнее. Что, впрочем, не исключает необходимости активной маркетинговой политики. Средства массовой информации, в интернете у нас, которые на сегодняшний день у нас великая сила интернет. То есть объекты, которые есть, которые можно посмотреть, которые можно посетить, все они известны. В плане историко-культурного наследия Туровщина – уникальный край. Начиная с истории самого города, который был центром княжества еще в X-XIV веках. Именно в то время здесь был построен кафедральный собор – самое крупное монументальное сооружение на западных землях Древней Руси. Правда, просуществовал храм не более 80 лет и был разрушен в результате землетрясения. Еще одна местная достопримечательность, имеющая статус святыни – каменные кресты. Когда-то их было 10. До нашего времени сохранилось 4. Считается, что они приплыли в Туров в X веке из Киева по реке против течения. Случилось это после крещения киевского князя Владимира. Пока ученые спорят о возможности такого события, жители города в правдивости истории не сомневаются. Когда всплыли кресты, допустим, в X веке, люди были язычники. То есть там было понятно, чей бог сильнее, тот и бог. Вот и, собственно говоря. А в советское время, когда они, скажем, повторно всплыли, тоже ведь понятно, то есть ведь тогда все отрицалось, что касалось Бога, но говорилось, слушайте, ничего нет, Бога нет, а тут раз явление, которое нельзя объяснить. К сохранению и популяризации историко-культурного наследия в Турове подходят масштабно, хотя и соглашаются, резервы есть. По крайней мере, здесь не против перенять зарубежный опыт, где каждый сколько-нибудь значимый туристический объект имеет свою легенду. Тем более, что легенд на Туровщине действительно хватает. По одной из них именно здесь будет определяться будущее всей земли. Речь идет о былинном Туровском колодце, причем историкам известно даже предположительное место его нахождения. Говорит легенда, что якобы вот в этом колодце есть, говорится, три дна, может быть, какие-то три прослойки. Как бы прослойка медная, серебряная, золотая, соответственно, сверху, к низу. И вот легенда звучит так: прорвет медное дно, будет большой потоп. Прорвет серебряное, будет большая битва, а золотое будет битва вплоть до конца света. Впрочем, сами депутаты тоже готовы принять участие в развитии историко-культурного наследия. В качестве примера депутат Жидковичского районного совета и директор акционерного общества «Сатурн-1» Михаил Соскевич. Сегодня это предприятие специализируется на производстве изделий для железных дорог Беларуси, России и стран Балтии. Однако в самих Жидковичах Михаил Соскевич известен еще и как инициатор и главный спонсор строительства церкви святителя Феодосия Черниговского. Храм возвели в новом микрорайоне, и не ошиблись, он никогда не пустует. Михаил Соскевич признается, временами было совсем непросто, однако в результате все получилось. Какие трудности возникают? Ну, понятно, всегда что-то финансовое. Это нанять специалистов хороших, потому что церковь, видели, в византийском стиле такая. Вот, купола.
Вот. Многое здесь Беларусь не делала, делали на Украине, вот, пересылали сюда нам. Поэтому хватало проблем и в стройке, и в работе. Ну, как бы ни было, за тот период с 12 по 15 мы завершили это строительство новой церкви. Для современного периода развития Беларуси характерно обращение к крайне скрытым пластам прошлого. Происходит переоценка национального наследия. Возвращаются забытые имена и события, восстанавливаются религиозные памятники и святыни. Сегодня в государственном списке историко-культурных ценностей уже около 800 объектов Гомельской области. Хотя, кроме материального, есть еще и духовное наследие – песни, танцы, легенды, обряды, языковые диалекты. Ценить и пропагандировать наследие своей страны для депутатов среди первоочередных задач. Причем сами депутаты вопрос рассматривают гораздо шире и не ограничиваются только культурной составляющей. Работа в данном направлении – одна из точек экономического роста регионов. Культурное наследие может стать некой точкой экономического роста для конкретно взятого региона. Если говорить про Жидковичский район, про Туровщину, то сегодня мы можем в одном небольшом месте увидеть 10 веков истории и на базе этого наследия развивать туризм. Причем туризм как в своем прямом понимании, так и до новых таких подходов, как, например, промышленный туризм. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марищенко. Новости недели. Вы смотрите «Новости недели». Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил полковника милиции Александра Васильева начальником управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Соответствующий указ глава государства подписал 15 августа. Отметим, что Васильев имеет несколько госнаград. Орден за личное мужество он получил за решительные действия при освобождении заложников в одном из отделений Беларусьбанка в Могилеве. Уборочная компания в регионе вышла на финишную прямую. Остается обмолотить менее 8% площадей. Собрано 560 тысяч тонн зерна нового урожая. Жатву завершили Петриковский и Хойницкий районы. Лидеры по намолоту – Речицкий и Будокошелевский. В каждом собрали более 60 тысяч тонн зерна. На поля вышли и кукурузоуборочные комбайны. Уборку кукурузы на силос начали 14 районов. В ближайшие дни их число увеличится. В этом году посевы кукурузы были расширены. Их площадь более 300 тысяч гектаров. При этом на зеленую массу отведено свыше 240 тысяч гектаров. Всего планируется заготовить более 4 миллионов тонн силоса. Акцию «Внимание, жара!» провели для участников жатвы в Гомельской области. Аграриям, которые трудятся на жатве, раздавали питьевую воду от Красного Креста. Желающим измерили давление. Госавтоинспекторы напомнили комбайнерам и водителям о правилах управления транспортом при жаркой погоде. Проверили технику. Ведущие врачи областной больницы провели выездной прием пациентов в Рогачевском районе, консультировали местных жителей, заведующие отделения и главные внештатные специалисты региона. Проект на постоянной основе реализуется на территориях, удаленных от областного центра. Особый акцент на районы, где востребованы узкие специалисты высокой квалификации. Количество нарушений на предприятиях Гомеля уменьшилось в несколько раз. Проверки, которые проводят мобильные группы горисполкома, приносят результат. На этой неделе специалисты посетили Гомель-Ремстрой. Значительных замечаний на предприятии не выявлено. Рекомендовано обратить внимание на благоустройство территории и соблюдение техники безопасности. Более 16,5 тысяч детей Гомельской области в этом году впервые сядут за парты. Ежегодно ребятам, находящимся в трудном социальном положении, оказывается помощь в подготовке к школе. Не остаются без внимания многодетные, опекунские и приемные семьи. В прошлом году в рамках акции «Соберем портфель первокласснику» рюкзаки получили свыше 1000 детей. В этом цифру планируется увеличить вдвое.
Команда Гродненской области стала обладателем Кубка Республики Беларусь по пожарно-спасательному спорту. Соревнования проходили на базе специализированного лицея при Университете гражданской защиты МЧС. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из 8 команд. В программе подъем по штурмовой лестнице, преодоление полосы с препятствиями, двоеборье и боевое развертывание. До начала нового учебного года меньше 2 недель. За школьные парты в Гомельской области сядут около 153 тысяч детей. Впервые звонок прозвучит для более чем 16,5 тысяч первоклассников. Почти во всех учреждениях образования уже завершены ремонтные работы. На наведение последних штрихов есть еще неделя. Такие временные рамки установили межведомственные комиссии по приемке школ, гимназий, лицеев и колледжей. Наши корреспонденты проехали с проверяющими по нескольким учреждениям образования города Гомеля и области. Подробности в следующем материале. Пока школьники наслаждаются летними каникулами, в учреждениях образования вовсю идут работы по подготовке к новому учебному году. Забот хватает, у кого-то капитальный ремонт, у кого-то текущий. Что-то подлатать, подкрасить, заменить или починить. Вместо звонких детских голосов пока тут слышны лишь звуки дрели и стук молотка. Без этого никак. В этом году из бюджета области на работы по восстановлению и обновлению учреждений образования было выделено свыше 11 миллионов рублей. Кроме того, определенный денежный вклад в ремонт сделали и сами учебные заведения, благодаря средствам, заработанным на оказании платных образовательных услуг. Многим также помогли шефы и спонсоры. Активно нам помогали неравнодушные люди. Прежде всего, наши шефы – это вагоностроительный завод, это, ну, посильно, конечно, областной военный комиссариат, родители. И, конечно же, хотел бы в пояс поклониться буквально нашим работникам. Я, ну, наверное, такой самоотдачи не видел даже в армии. Да? Настолько люди каждый день себя отдают вот этой работе подготовки к учебному году, понимая, что за этим стоит дальше. Для Гомельского кадетского училища этот учебный год знаковый. Учреждение перешло под руководство Главного управления образования Гомельского облсполкома. И по инициативе нового патроната здесь вводят самостоятельную организацию питания, отказываясь от услуг извне. Учитывая, что в училище воспитанники находятся круглосуточно, оно может стать этаким маленьким государством, находящимся на самообеспечении. В этом году ряды кадетов пополнили 48 мальчиков и девочек. Впервые за историю существования училища конкурс составил почти 2 человека на место. Руководство учреждения аргументирует такую популярность хорошей агитационной программой, проводимой во время подачи документов. 1 сентября и новички, и бывалые воспитанники кадетского училища заедут в спальный корпус. Там летом провели основательный ремонт, заменили 57 окон, обновили коммуникации, покрасили жилые комнаты, обставили необходимой мебелью классы для внеучебной деятельности. И это далеко не все. У училища есть девиз «Быть, а не казаться». И применим он даже к летним ремонтным работам. А в Гомельском областном лицее из года в год внедряют новинки в систему энергосбережения, что позволяет значительно экономить. Был произведен текущий ремонт фасадов учебного корпуса. Был произведен текущий ремонт электрощитовых. Большие работы в системе отопления, в частности, регуляторы тепла полностью мы поменяли новые. Сделали техническое обслуживание, рекуперации тепла, вентиляции. Мероприятия по энергосбережению, которые были осуществлены за ближайшие годы и этот год, они позволяют нам экономить бюджетное ассигнование в размере 36% на коммунальные услуги. В лицее имеется 3 специализированных центра – энергосбережение, экологический и информационный. Все они в открытом доступе для лицеистов. Здесь проводятся опыты, испытания, нередки и открытия. Сюда также приезжают учащиеся из других учреждений образования области, как с экскурсиями, так и для практических занятий. В этом году конкурс при поступлении в областной лицей доходил до 3 человек на место, в зависимости от выбора углубленного курса. Набрали 216 учащихся, 100 из них приедут из сельской местности. Жить они будут в специальном корпусе. Пусть на базе лицея. Здесь уже все готово к приезду юных новоселов. В Ветковском районе 1 сентября свои двери откроет отреконструированная Столбунская средняя школа. По некоторым причинам ремонт затянулся на несколько лет. Местные ученики все это время получали знания в Светиловической школе. Но теперь все возвращаются в родные стены. Правда, многие могут и не узнать. Кабинеты, коридоры, спортивный зал – все обновлено, многое приобретено. Мы находились на капитальном ремонте с элементами реконструкции. Была закуплена мебель, ну, все остальное, что нужно для учебного процесса. Школа обеспечена всеми кадрами и необходимыми наглядными пособиями и всем остальным. На сегодняшний день у нас 79 учащихся, первоклашек 8. Школа современная, поэтому благодарны всем, кто принимал участие для подготовки нашей школы к новому учебному году.
С задачей привести учреждение образования в надлежащее состояние, чтобы не было вопросов ни по технике безопасности, ни по качеству образовательного процесса, справились почти все. Паспорта готовности получили 93% учреждений среднего и специального образования региона. Остальным дана неделя для завершения всех ремонтных работ и устранения недочетов. А также сейчас все усилия педагогов направлены на подготовку программы торжественной линейки первого урока и последующих. Буквально на следующей неделе пройдут методические областные мероприятия, которые мы называем секциями областными августовскими, где мы обозначим все проблемы, все вопросы, все направления, актуальные для учреждения образования на новый учебный год. Ну и постараемся урегулировать все те проблемные вопросы, которые существуют у учителей. А они есть, конечно, потому что есть изменения и в программе, и в учебниках. Тоже знакомимся сейчас активно со всеми этими изменениями и готовимся к тому, чтобы с 1 сентября все было организовано, понятно и доступно для каждого учащегося нашей области. В целом, члены комиссии по приемке учреждений образования отмечают высокое качество проделанной работы по подготовке к новому учебному году и утверждают, что в регионе созданы оптимальные, здоровьесберегающие и эффективные условия для образовательного процесса. Евгения Кухаронок, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель», новости недели. Медицинский туризм становится все более популярным. Для пациентов из-за рубежа это хорошая возможность поправить здоровье. Зачастую более качественно и чуть дешевле, чем у себя дома. Для местных здравниц еще и неплохой доход. К примеру, Гомель все чаще появляется на карте туров за здоровьем. Среди наиболее популярных клиник – Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Одно из сравнительно новых, но очень популярных направлений – эстетическая медицина. О тонкостях хирургии красоты в интервью программе рассказал заведующий отделением центра Леонид Рубанов. Как по-вашему, почему пациенты, так называемые медицинские туристы, выбирают достаточно часто не самый раскрученный Гомель? Или я заблуждаюсь? Ну, я не скажу, что они выбирают достаточно часто, но по динамике обращения мы видим, что все-таки, да, популярность, в частности, нашего центра, она выше и выше. Ну, это связано и, наверное, с тем, что прооперированные пациенты, уезжая к себе в страну, общаются. Сарафанное радио никто не отменял. Сарафанное радио, да, такую рекламу. Вот. Ну, наверное, и пациент, который приезжает к нам, он все более и более уверен в качестве оказания помощи, в профессионализме врачей. Ну, это составляющая. Ну, и в том числе, наверное, и цена является одним из моментов, определяющих выбор клиники. Как давно здесь, в Гомеле, мы стали развивать эстетическую медицину? Как давно этим занимаются в вашем центре? И по каким направлениям наши врачи по-настоящему признанные асы? Если брать вообще развитие эстетической медицины, пластической хирургии в республике, то это середина 90-х годов. Ну, на Гомельщине это период тоже развития этой отрасли начался именно в это время, когда были выполнены первые операции в разделе эстетической хирургии. В нашем центре отделение открыто уже 6-й год. Вот, справили в этом мае юбилей 5 лет отделению. Вот, ну, как ну, бы... То есть 5 лет – это все-таки достаточное время, чтобы накопить опыт, да, зарекомендовать себя. Да. Вот интересно, среди пациентов, наверное, больше женщин, конечно. Ну, несомненно, основной процент обращаемости составляют женщины. Но востребованность в последнее время и у мужчин появилось желание немножко преобразить себя, соответствовать времени, каким-то трендам. Выглядеть моложе? Ну, может быть, не столько моложе, сколько более ухоженным, подтянутым. Ну, я думаю, что это не только касается непосредственно эстетики, это и культ определенного тела, то есть более подтянутым, здоровым. Ну, нация, наверное, все-таки поворачивается к тому, что выбирает здоровый образ жизни. Часто ли вам лично и вашим коллегам приходится отговаривать пациентов? Подумайте еще, это не совсем ваше. Или же все-таки многие приходят с четко поставленной самозадачей, мне нужно изменить это, еще вдобавок и это, на себе экономить не буду. Ну, был период в работе, когда, да, пациенты приходили с неоформленными желаниями,
сделать что-то, чтобы стало лучше. Приходилось долго беседовать, определяться с конкретными пожеланиями пациента. Сегодня уже пациент, он более осознанно выбирает и как хирурга, и ту манипуляцию, или тот вариант операции, который ему необходим. Ну, бывает процент определенных пациентов, которые приходят с необоснованными желаниями что-то подкорректировать. Тогда, да, приходится с ними работать, объяснять. Особенно это вот касается молодых девочек, которые чаще всего хотят исправить либо нос, выполнить ринопластику, либо исправить форму груди. Поэтому приходится беседовать с ними. Готовы не только слушать, но и слышать, либо не всегда? Ну, по крайней мере, я пытаюсь беседовать так, чтобы пациент сделал для себя правильный выбор. Как по-вашему, вот подводя итог под этим разговором, когда эстетическая медицина может стать для Гомельщины по-настоящему массовым направлением? Может ли такое произойти? И если да, то от чего это будет зависеть? От веяний моды или все-таки все упирается в благосостояние населения? Знаете, я бы не хотел, чтобы эстетическая медицина или, в частности, пластическая эстетическая хирургия стали массовой. Ну, наверное, это тогда будет не совсем правильно по отношению вообще к природе. К создателю, да, к природе. Потому что, ну, человек должен развиваться в соответствии с возрастом. Спрос на эстетику, возможно, в большей степени связан, да, с благосостоянием. Тренды на сегодняшний день уже в меньшей степени влияют на желание пациентов. Все-таки это определяет, наверное, активность жизненной позиции, да, состояние в обществе, ну, в том числе и доход. Что ж, Леонид Николаевич, спасибо за полезную информацию, успехов вам и только хороших новостей. Спасибо за интервью. Спасибо и вам. А теперь к новостям культуры. Фестиваль «Классика у ратуши» приглашает насладиться музыкальными шедеврами выдающихся композиторов мира. Уже ставший прекрасной летней традицией, он проходит каждую субботу под открытым небом в самом сердце исторического Минска – у столичной ратуши. Программа творческого проекта призвана погрузить слушателей в возвышенную атмосферу классической музыки. А чем порадовала уходящая неделя жителей и гостей нашего региона, расскажет культурный обозреватель Вероника Ворошилина. Агрогородок Неглюбковетковского района знаменит своими домотканами, рушниками. Эти сакральные рукотворные экспонаты признаны историко-культурной ценностью в Беларуси и завоевали славу далеко за ее пределами. Изделия неглюбских мастериц не раз отмечались престижными наградами на международных выставках и становились украшениями музеев и частных коллекций разных стран мира. Освоить навыки ткачества и научиться увлекательному и кропотливому ремеслу создания рушников на уходящей неделе могли жители региона. В Неглюбке состоялся региональный праздник «Кросинцы». Празднику предшествовала летняя школа ткачества. В роли учителей выступили сами неглюбские мастерицы, обладающие многовековыми техниками. Кажется, популярное некогда в Беларуси ремесло в таком самобытном виде сохранили только в этом колоритном уголке Полесья. Неглюбский рушник – это целая история, которую благодаря трепетному отношению местных ткачих мы можем воочию наблюдать и в наше время. Кроме того, ежедневно по утрам в летней школе проводили голосовую гимнастику, во время которой все желающие изучали неглюбские песни. А в Российском центре науки и культуры в Гомеле открылась выставка под названием «Вдохновение». Экспозицию составляют творческие работы учащихся Гомельского государственного художественного колледжа. Здесь разместились авторские композиции в различных техниках – акварель, гуашь, бумажная пластика. Представленные полотна отражают красоту и многогранность окружающего природного мира. Тем временем в областной универсальной библиотеке имени Ленина состоялся финальный концерт ежегодного музыкального конкурса «Минута славы». Он объединил талантливых ребят в возрасте от 5 до 15 лет. На сцене они демонстрировали свои способности в различных номинациях – пение, танец, чтение стихов, игра на музыкальном инструменте. На уходящей неделе радиостанция «Гомель ФМ» отметила свое 17-летие. Весь день слушатели ожидали разнообразные эфирные акции и подарки. «Гомель ФМ» – знаковая станция для области. Она была первым местным радио, которое открылось в нашем регионе. В августе 2001 года зазвучали позывные «Экспресс». В 2008 началась новейшая история станции под торговой маркой «Гомель ФМ». Праздничным утром в студии прямого эфира развернулся пижамный день рождения. Слушателям предложили бодрящую зарядку, веселые конкурсы и модные
выездный пижамный показ. Все это можно было не только услышать по радио, но и увидеть во время прямой трансляции в социальной сети ВКонтакте. Чем порадует следующая неделя, узнаем прямо сейчас. Во дворце Румянцевых и Паскевича откроется выставка «Гомельский постмодернизм». На ней будут представлены работы современных художников Виталия Денисенко и Александра Сушкова. Оба автора – любители поэкспериментировать с цветом, формой и фактурой. Прекрасно владея кистью и обладая большим творческим опытом, гомельские живописцы создают художественную красоту душой и сердцем. А картинная галерея Гавриила Ващенко приглашает посетителей увидеть выставки «Эпоха Ващенко и мастер-мастера», которые продлятся последнюю неделю. Здесь можно познакомиться с уникальными живописными полотнами народного художника Республики Беларусь Гавриила Ващенко, а также талантливыми творческими работами его учеников, коллег и друзей. Мозырский объединенный краеведческий музей тем временем приглашает на выставку «Эпоха динозавров». Здесь представлены экспонаты в натуральную величину представителей фауны, которые населяли нашу планету миллионы лет назад. Кроме динозавров, на выставке можно увидеть большое разнообразие насекомых и паукообразных. Самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Вероника Ворошилина и Сергей Лукашук. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.